я заплачу тебе по 10 миллионов за каждую минуту, проведенную на этой территории у него во владениях. Бомж-читер. Короче, ребят, на этой территории происходит просто что-то непонятное. Сзади меня, если кто не в курсе, была вот такая вот треугольная башня, которую просто сломали, блин. Вы посмотрите, все дома в этом районе... Что происходит? Просто посмотрите, все дома в этом районе разрушены. Сейчас реально у нас на сервере происходит какая-то разруха. Это что, новый ютубер к нам пришел, что ли? Так, я пока что вообще не понимаю, что происходит. Мне приходит смс от читера. Слышь, не вылазь так высоко. Это нечестно. Понял, а то, что ты, блин, читер, это честно? Посмотри, какой ты здоровый, чел. И как в это играть? Блин, вот это нечестно. То, что я залез на какую-то горку, это было нормально. Так, я выдал себе М-ку, и что вообще надо делать с этими бомжами? Я пытаюсь в него стрелять. С него ничего не дропается, то есть вроде обычные бомжи. Читер применил эффект повышенная гравитация, он будет действовать в течение 30 секунд. Ну посмотрите, сколько хп у самого главного читера. Йоу, чел. Его просто нереально, по-моему, убить, посмотрите. 679 тысяч хп у него. Мне интересно, это добавили только на время обновления или как бы навсегда. Давайте, короче, предложим какому-нибудь игроку прямо в том, в чем прямо сейчас он одет, пойти на эту территорию и попробовать выжить там хотя бы пару минут. За каждую минуту, проведенную на этой территории, я буду платить ему по 10 миллионов. Так, ну, к примеру, какой-нибудь 172. Ну, например, давайте возьмем кого-нибудь из нашей Фомы. Пусть это будет, вон, самый первый. Брайан Коннор, 624. А, подождите, блин, этот чел на совещании. У него тут огроменная аудитория, он просто не может отлучиться. Здорово, братан! Ку! Короче, это чувак из нашей Фомы, он оказался не АФКшником, поэтому ему очень повезло. Хочешь проверить свои силы и немного подзаработать? Гоу! Я тебя тэпну на территорию, где бомжи дерутся. Он мне написал, я понял, что надо делать, только мне еды надо. За каждую минуту, проведенную там, плачу 10 к. Все, он готов, я открываю секундомер и тэпаю его прямо на эту территорию. 753, все, секундомер пошел. Все, давай, Эдвард, желаю тебе удачи. За каждую минуту, которую он здесь проведет, я ему плачу 10 миллионов. Так, каким-то образом ему нужно здесь выживать, либо, я не знаю, перестреливаться с этими бомжами стараться. Так, смотрите, он сразу бежит куда-то, я так понимаю, прятаться. Его уже там как-то нокнуло. Смотрите, у него хп уже начало немножко отбавляться. Экран качается. Это он ложится в анимку или это его как-то гасят эти бомжи? Вообще уже на минимуме почти, то есть спрятаться тоже не получится. Тем временем 1,5 минуты всего лишь прошло, 1,5 минуты. Тачки падают, просто все с неба падает, взрывается сюда. Офигеть, он, кстати, держится, у него хп только, кстати, прибавляется. Пока все нормально, пока держится. Еще одна тачка прям рядом с ним упала. И прям за ним бежит бомж. Так, время 2,5 минуты. 2,5 минуты он уже продержался. Это 20 миллионов. Пока везет ему прям откровенно. На него падают тачки. За ним бомж бежит. Пока что держится. И КПшку тоже пополнил. Смотри, он встал на остановку. И кого-то ждет. Бро, тут, конечно, вряд ли сейчас будут автобусы кататься. Так, время уже, блин, смотрите, 4 минуты, 40 лямов он уже заработал. 40 лямов просто за 4 минуты, проведенные здесь. О, смотри, это чё? Это чё, надо сундук разбивать какой-то? Чё это? Блин, бомж пропал, пацаны. Вон он, смотрите, Эдвард стоит, стреляет тоже в этот сундук. Я давайте тоже постреляю чуть. Так, тем временем, я так понимаю, у нас убили этого бомжа. Ну, здесь, я думаю, секундомер стоит уже остановить, потому что, ну, как бы, тут уже нету никакого бомжа, и никто его, конечно, не будет убивать. 7 минут он продержался, но это все равно было топово. Так, ну, да, я, конечно, не понимаю, как вообще убили этого бомжа, потому что у него было 700 тысяч хп. Но Эдвард справился, продержался 7 минут, поэтому отдаем ему награду. Все, 70 миллионов заслуженные переводим Эдварду. Но у нас, к сожалению, пока что нету этого читера, поэтому нет и территории. Ладно, пока у нас нету этой теры, я хочу глянуть вообще, какие товары здесь есть за... Что? Воздушный шар бомж? 12 тысяч монет? Сколько они стоят? Монеты десятилетия можно получить за выполнение квестовых заданий. Также каждый payday выдается 3 штуки. Короче, ребят, вот с этим вот огромным читером, бомжом уже успели справиться игроки. И его, к сожалению, здесь уже нету больше получаса. Поэтому у меня родилась немножко другая идея. Короче, ребят, я только что предложил Алексу такую же идею побегать в этой территории, только с красным уровнем.
уровнем розыска зоны вторжения. Все, время пошло. Секундомерчик. Пока что вот этого большого читера-бомжа еще нету. Но есть вот такие вот маленькие и надоедливые. Это как зомби маленькие в Майнкрафте. Их просто куча здесь спавнится, можно с ними стреляться и лутать с них сундуки. Хоп, сундучок залутал. И самое, что главное, у него есть красный розыск, то есть его будут стараться убить. И с него как бы что-то может выпасть. А вы просто посмотрите, какие у него аксессуары на нем. Так, немножко подчитерю себе, заморожу его. Внимание, тут человек с красным розыском. И все, размораживаем. По нему сразу начинают стрелять просто все подряд. Но у него, кстати, я забыл это учесть. У него сет на минус 90, ребят. Его сейчас просто нереально убить, смотрите. Все, минус врач. А у Алекса просто ни одного хп не сняло. Так, время уже 3 минуты, ребят. 3 минуты прошло, 30 лямов он заработал. Он специально, смотрите, он прям в толпу подбежал, его никто не трогает. Я немножко тут, ребят, читерю, потому что у него реально просто неубиваемый сет. По нему все стреляют, он бегает с бегом СиДжея. У него сет на минус 90, он просто может на месте стоять. Я опытный. Вот просто, какие шансы у этого чувака, который к нему сейчас подбежал? Егор, просто сюда не лезь. Смотри, пытается его забить. Без шансов, ребят, я не знаю, когда. 5 минут уже прошло, блин, когда он остановится-то? Да, я позвал своего другана, чтобы он поучаствовал, но я не ожидал, что это будет настолько просто для него. 2 патрона, 200 хп он снял. Бедный челик, вот что будет, если ты будешь стрелять в Алекса. Так, к нему только что подошел чувак и предложил, говорит, давай я тебя убью, и мы просто поделим миллиард. Якобы Данте пообещал миллиард за то, что Алекса вот получится убрать. Да, очень наглый чувак здесь нашелся. Он просто двоих завалил. Короче, он бегает уже 7 минут. Я не знаю, что делать. У него просто ни одного хп еще не убавилось, и я не знаю, он здесь может вообще весь день находиться. Ладно, короче, мы договорились с Алексом, что я ему просто скину 100 миллионов. Он пробыл в этом месте 10 минут, и как бы ему здесь просто уже самому скучно находиться, поэтому... Так, кидаем ему 100 миллионов. Я думаю, он полностью их заслужил. Как бы мог заработать и миллиард, но просто не будем тратить друг друга время. Прошло 2 дня. Короче, ребят, я прилетел на эту территорию, и здесь как-то все поменялось, на мой взгляд. Смотрите, вот в этом районе добавились какие-то летающие острова. А вот это вот что? Это все вот этот бомж-читер, что ли, сюда притащил? Ладно, на самом деле, обычных бомжей здесь прям очень много. Вон они, смотрите, нападают на бедного парня. Вон он старается отстреливаться. Давай, бро. Ну и здесь я хочу сюда пригласить какого-нибудь просто обычного новичка, который только зашел на сервер. О, а вот и смотрите, обычный парень, 5 уровень. Привет, хочешь заработать? Я дам тебе пушки, и ты пэхну в зону вторжения. За каждую минуту в живых плачу 10 кк. Хорошо. Так, выдам еще ему бронежилет, полное хп. Пушку я ему тоже выдал, 1500 патронов. Я думаю, что этого хватит. Если что, добавим. Все. Вот он здесь. Давай, Санто, я в тебя верю. Конечно, FPS у него тут какой-то слабенький, но ладно. Ему просто нужно держаться в этой территории, а время пошло. Смотрите, он решил не просто прятаться, он будет реально бороться здесь. Смотрите, бомж, кстати, вообще на него внимания не обращает. Он просто стоит, и Санто, кстати, выбрал неплохую тактику. Так, время, если что, 10:14. Вон, смотрите, какая-то кучка народу там бегает, точнее, бомжей. И Санто бежит прямо на них. Он красавчик, он вообще не боится. 10 лямов у него уже есть, ребят. Для него, конечно, это очень неплохие деньги. Он хочет залезть сюда, смотрите. Он хочет залезть на крышу, но здесь колючая проволока так-то. Понял, он по ней просто пролез. Я умный! Ну и все. Он занял просто офигенную позицию для того, чтобы обстреливать. Но, правда, ни одного сундука, ни одного ресурса он не сможет так заполучить. Его трогать точно не будут, потому что он на крыше. Опа, смотрите, в розыске зоны вторжения уже получил розыск за 2 минуты. И, кстати, почти 30 миллионов он уже заработал. Смотрите, спавн бомжей нашел. Просто 2 чувака стоят на одном месте, он их нашел и сейчас будет лутаться. Блин, к нему еще один чувак приехал, будет стараться украсть у него сундук, который выпадет с бомжей. Вон он. Блин, но это точно не его заслуга. Быстрее беги к нему, быстрее забирай. Блин, не успел. Прошло уже 5 минут, ребят, и я ожидал, что просто обычный новичок, я не знаю, протянет здесь пару минут и все, но нет. Посмотрите, как он старается.
старается, он просто, он не скрывается, он не прячется никуда, он реально здесь и... Так, по нему сейчас начали стрелять. Так, ну тем временем уже 6 минут позади, почти 7. Смотрите, он вообще в какую-то толпу бомжей залетел. Он ничего не боится. Походу, это конец для Санто. Смотрите, сколько у него хп и, походу, все. Нет, все равно старается, просто, какой красавчик, какой красавчик. Беги, беги, Санто. На одном хп просто держится Санто, это офигеть. Давай, 1.5 минуты додержись до 10 минут и все, и нормально. 9.5 минут, ребят, осталось. У него просто 0 хп уже. Но он все равно старается, он все равно старается это делать. Просто не в того. Все, Санто на респе. Время 10.5 минут он там продержался, ребят. Ты просто лучший. Какой он красавчик. Передаем ему просто сразу. Я ему хочу все свои деньги отдать вообще. Просто красавчик этот Санто. Как я рад, что я именно его нашел. Он просто вообще ультра молодец. Перекидываем этому Санто 100 миллионов за 10 минут, проведенных на той зоне. Деньги в банке 100 лямов, и они ему точно пригодятся. Увидимся, ребят.